Владимир Магалина, город Хабаровск. А приезжать надо? Нет, не надо, здесь все. Просто близко подходи, здесь широкий угол. Все. За стол туда встань. За первое место в категории до 52 кг награждается Перегуда Марина, город Пятигорск. Награждается тренер чемпионки Перегуда Павел. За третье место в категории до 57 кг награждается Залуцкая Алена, город Хабаровск. Потуха. Ну, она снимает. Ты снимает? Ты же сейчас тоже пойдешь? Да. За второе место награждается Авдеева Полина, город Артем. За первое место награждается Филяр Екатерина, город Нерюнгри. Награждается тренер чемпионки Мюллер Игорь Юрьевич.